Ребятушки, всем привет! С вами Сэш. С вами Теодор. Сегодня мы с Федей решили отправиться в поход по Московской области, ну и пожарить там чевапчичей. Первое препятствие, которое нас встретило, это вот такой вот мостик, такой вот ручеек, и дальше ЖД пути. Нужно как-то перебраться, и там уже наш лесочек. Большие составы. Вот лес везут, доску обработанную. Часто в лесу встречаются вот такие несанкционированные свалки. Остановитесь! Идя, знакомься, это листочек. Катя-катя-катя-катя-ка. Катя-катя-катя-ка. Сейчас в лесу обнаружили вот такое вот озеро. Там даже немного пересохло. Федя нашел вот такой вот артефакт и изучает его. Амбух. Давай. Подмосковье, золотая осень. Все желтенькое, все опадает. Погода отличная стоит. 19-18 градусов. Ветра практически нет. Вот, решили выбраться, пожарить колбасок. Развели костер. Сейчас будем жарить. Федя тут хозяйничает, достает чиполетти из мраморной говядины с вялеными томатами. Федя в предвкушении жареных сосисок, колбасок. Сделали вот такие вот сосиски с мексиканской лепешкой. И сейчас приступаем к приему пищи. А это у нас вторая партия с вялеными томатами. Такая старая береза. Вот это ствол. Хоп! 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 Упал! Бух! Бух! Давай, Федя. Федя, не стой, не трогай. Иногда для счастья очень мало нужно. А еще умеешь танцевать? Я поднимаюсь на носочки, а птицы... Танцуй!
До скорых встреч на канале Сэш Тури. Ребятушка, помогите.